Доброе утро! Доброе утро! Всем доброе утро! Как настроение? Кто готов тренироваться? Кто пришел сюда потренироваться? Доброе! Доброе утро, мои хорошие! Первый раз. Отлично, вам понравится. Главное правило, если чувствуете, что тяжело, не выдерживаете темп, то делайте просто более медленно в темпе. Продолжайте работать, но более в спокойном темпе. Спасибо за тренировку чуть позже, а не в 9. Да, на самом деле, многие просили чуть попозже. Я вот сегодня встала, и мой организм в 9 утра уже мне кричал: давай там тренироваться. Вот. Но вы мне попросили сделать чуть попозже. Вот мы сделали на 10:30 сегодня. Машунь, доброе утро. Ты пришла тренироваться, я надеюсь? Доброе утро. Сейчас можно войти в клуб за 1000 рублей. Я хотела бы пораньше. Ну, пораньше вы могли потренироваться по вчерашней тренировке. Привет, что нас ждет? Очень крутая тренировка. Можете сразу одеть утяжелители на ручки. Вот, утяжелители на ручки. Я не одевала утяжелители на ножки, но если вы хотите посложнее, потяжелее, одевайте утяжелители на ножки, то есть будет на ручках, на ножках. Нам необходим будет стул, я об этом уже предупреждала, говорила, обычный, обыкновенный, самый простой стул, гантели, безусловно, и резиночки. Подготовьте это, чтобы у вас все лежало рядышком. Если у вас нет ничего, не переживайте. Я уверена, что вы почувствуете абсолютно все мышцы, даже без утяжеления. Утяжеление – это для более продвинутого уровня. Доброе утро! Привет, Оксаночка! Доброе утречко, доброе! Ну, мы буквально минутку еще ждем всех, чтобы вы присоединились. Могу пока ответить на ваши вопросы, хотя мы планировали вопрос-ответ после эфира, но, в принципе, можете пока, пару минут у нас есть, задать все необходимые вопросы, если у вас возникли они, любые, по питанию, не по питанию, можете задать их прямо сейчас. Привет, Танюш! Пока вы одеваете утяжелители, готовите стул, мы вас ждем. Ждем. Всем доброе. Все готовы? Отлично. Женечка, привет. Света, привет. Я очень рада, что вы уже у нас готовы тренироваться. Да, все готовы? Поднимите ручки, если вы готовы, если вы подготовили уже утяжелители, стул, гантели. Ну и, конечно же, если у вас сейчас нет вопросов, мы можем поболтать или сейчас, или после тренировки. Утяжелители на ручки, утяжелители на ножки. Но я сегодня без ножек. Вот. Берем обязательно стул. Хотите, я его поставлю сюда, чтобы вы видели, что нам необходим. Вот этого друга берем с собой. Берем его и ставим рядышком, чтобы не бегать, не отвлекаться. Берем стул. В последнее время после еды жутко хочется сладкого. Это, скорее всего, пищевая привычка. То есть, как раньше, да, покушали первый, второй, третий компот, и потом ко всему еще, да, чаек со сладким. Это нормально, это бывает такое, особенно это бывает, когда идет стрессовая какая-то ситуация, поскольку мы сейчас все живем в стрессовой ситуации, да, такое может быть. Я рекомендую, вот если хочешь особенно шоколада, да, попробую съесть орехи, ну, то есть жиры, это, скорее всего, вот, ну, организм как бы требует. Но и, конечно же, это вот пищевое. Моя самая любимая, популярная рекомендация, и
клубе первое, что я делаю, это заставляю девочек чистить пространство, как в любой трансформационной программе, и чистить холодильник от сладкого и вредного. Почему? Потому что смотри, вот когда ты сидишь дома, готова уже вроде бы съесть сладенького, но у тебя дома ничего нет, тебе нужно идти в магазин. А с нынешними условиями это еще усложняет задачу. Поэтому, скорее всего, ты просто не съешь сладкого. Поэтому просто рекомендую не держать дома сладкого. Всем доброе утро! Ну что? Ну и бёрпи, да, как тоже говорят. Не, на самом деле, бывает, хочется сладкого. Если вы съели уже кусочек сладкого, дети в доме... Анечка, скажи, пожалуйста, а детям полезно сладкое? Детям полезен сахар? Детям полезны... отложение, детям полезен кариес? Нет, сладкое это не полезно. Сладкое детям не нужно. Вот. Ну что, начинаем. Вот. Я отвечу на все вопросы сразу после тренировки. А пока я вижу, вы готовы. Всех собрали, мы подождали целых 3 минуточки. Даже 5 минуточек целых мы подождали всех. Кто не успел... Тут опоздал. Ну что, все, поехали. Мы с вами начинаем. Идем. Обратите внимание.
10 уже! Работаем быстрее! Полностью! Десять. Шесть.
10, 5, 4. Пять.
3, корпус на гранире. 6, 7.
4, 3 и 2. И 1. Молодцы. Убрали резиночку. Встали. Делаем свою упрощенную версию. Будем просто касаться. Поочередно. Правая ручка, правая ладошка. Левой ступни. И наоборот. Готовы?
все еще поболтаем. Потянули обязательно мышцы. Тянем, тянем вниз, грудь. Делаем красивый сексуальный прогиб. 5, 4. Пять, четыре, три,
вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Руки обязательно вверху. Восемь. Мельницу делаем. Раз, два, три, четыре и пять. Важно. Именно этот вопрос определяет, насколько хорошо вы позанимались. Напишите в процентах, насколько вы сегодня отработали. Допустим, я вся мокрая, ягодицы горят, я отработала на 100%. А на сколько процентов отработали вы? 93. Ксюшенька, 90. Спасибо вам большое. Мне безумно приятно, когда вы пишете комментарии, даете обратную связь. Это самое-самое приятное и самое лучшее. Спасибо вам большое. На 100%. Этот вопрос очень важный, поверьте. Я потом расскажу вам немного о триггерах и почему это важно. Огонь, все течет иногда. Ноги уже тряслись, да. 70. Какой вес у утяжелителей? На руках у меня 0,05 всего лишь. На ногах у меня сегодня не было, но вообще в среднем у меня на ногах 2,5-3 килограмма. Не помню, надо посмотреть. Гантельки 3 килограмма и по 8 килограмм. Я вся мокрая, почти на 100, 97, 100, 95, 95. Спасибо вам большое. Спасибо. Пока не все получается, надо резинку покрепче взять. А в моем женском клубе каждый день у нас тренировки. А в открытом доступе у нас по выходным тренировки. В основном, конечно, воскресенье, но вы меня убалтываете на субботу. Вот. Да, так что приходите к нам в женский клуб. У нас каждый день такая веселуха. Нереально крутые тренировки, супер упражнения, максимально эффективные. На самом деле в женском клубе у нас очень интересно, очень круто. У нас каждый день тренировки, и функциональные тренировки, и силовые тренировки, и растяжка. Вы узнаете все у нас о питании полностью, про счет именно по 2 СКБЖУ, а не просто какие-то общие термины, общее питание. Вот, именно под вас вы считаете КБЖУ, мы вам помогаем. У нас есть кураторы, у нас есть танцы, тверк, стрип-пластика. У нас есть фейсбилдинг, интимная гимнастика. У нас в клубе очень весело. Также есть чат поддержки, ведь очень важно наше окружение. Конечно же, у нас есть психология. Ну и моя самая любимая гордость – это наши кураторы, которые всегда на связи с вами 24/7 и помогают вам достигать ваших целей. Главное – поставить цель, а мы уже поможем вам ее достигнуть. Я уже хочу к вам. Отлично, ждем вас. Подвёрка. Давай, давай. Ну что, спасибо вам огромное, крошки. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их сейчас. А у вас все равно где-то полчасика нужно, пока помоетесь, пока поболтаете, и потом только кушать. Ну, то есть полчасика просто, чтобы организм немножко успокоился. И сменил, да, режим.
с тренировочного процесса на покушать. Привет, привет! Привет! Ну что, крошечки? У нас круто, как семья уже. Да, да, у нас реально уже family. Family Unicorn. Спасибо вам большое, девчонки, за то, что вы со мной. Ну что, как ваше настроение? Не слышу, как ваше настроение. Возвращайся, мы тебя ждем. Семья единорожек ждет. Я надеюсь, у вас замечательное настроение. Я старалась отдать вам максимально все свои силы, свои эмоции, чтобы почувствовали, что за песня. Не знаю. Thinking of you. Думаю о тебе. Могу скинуть, у меня этот плейлист всегда для тренировок, он вообще не меняется, потому что это единственный плейлист, который я подобрала, чтобы Инстаграм не выбрасывал. Я боюсь его менять. Мафия, да, Unicorn Mafia. Ну что, спасибо вам большое, девчонки. Я была рада вас здесь всех видеть. Спасибо большое и до встречи. Если есть вопросы, задавайте, можете задать мне личку. Вот. Все, всем огромное спасибо. Пока-пока-пока, мои крошечки. Спасибо вам большое. Пока-пока.